Позвольте отметить почетной грамотой комитета, ну и пожелать также успехов и действительно достичь цели стать чемпионом мира в этом виде спорта. Гамзат Сиражутдинов – один из самых титулованных спортсменов Нефтеюганска. Трёхкратный чемпион России, серебряный призер первенства мира, а теперь еще и чемпион Европы. В финальном поединке в Казани он встретился с тульским борцом Никитой Овсянниковым. Бой продолжался недолго, нефтеюганец на первых же секундах перевел сражение в партер. И через 30 секунд после старта схватка была завершена. Гамзат Челеска Сиражутдинов! Становится чемпионом Европы. Именно благодаря победам Гамзата Сиражутдинова спортивное сообщество узнало о таком небольшом городе в Западной Сибири, как Нефтеюганск. В конце этого года в Казахстане пройдет чемпионат мира. Два нефтеюганских спортсмена отправятся защищать честь нашего города, региона и страны. Братья Фимиганенко. Сейчас я Юганск теперь знаю. Не только в России, но и на Европе, и на мире, где это находится. Как стать и оставаться победителем? На этот вопрос сегодня в студии вечернего гостя ответят Гамзат и Рашид Сиражутдиновы. Начало сразу после новостей.